Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на моем канале. Сегодня я хочу показать вам свой один стеллаж. Так, получается, что у меня на этом стеллаже вообще растет. Сейчас у меня здесь находятся две моих вот такие вот алаказии Black Velvet. Адаптируются. Это привезенная Голландия. Вот они, видите, какие листочки. Это уже новые были выращены. Вот. Так. Здесь у меня даже эта алаказия такая плодовитая оказалась. Сейчас я покажу, где он тут со всех сторон. Ага, вот. Не будет, наверное, видно. Бульбочка. Вот бульбочка. Вот здесь вот сверху, где она? Вот она. Так, видно, нет. Ох, не фокусируется. Вон еще бульбочка выглядывает. В общем, растет. Это у меня тут много всего будет. Дальше. Здесь у меня пеперомия сидит. Листики. Я когда пересаживала, ее листиков много. В общем, оборвалось. Я их посадила. Там вроде уже деточки начали расти. Вот она сейчас. Вот эта пеперомика вот такая. Я, кстати, не обрезала. Многие обрезают. Я что-то оставила эту ветку так. Вот, растет. Вот здесь вот детки. Дальше. Бегония. Красавица, которую я чуть не... Сейчас покажу. Чуть не погубила в своем полюдариуме. Сильная влага там все-таки была. Она начала листья скидывать. Я ее пересадила. Надо опять пересаживать. Там грунт получше ей будет. И горшочек уже побольше сделать. Такая красоточка. Отходит у меня, уже растет, все нормально, пускает листики. Так, хоечка, которую меня уговорили купить в магазине, вот даже с ценником, 200 рублей, по-моему. Да, это и есть ее ценник, растет. Хорошая такая, мне нравится. Дальше, это мне когда-то дарили пеперомику, детки. И вот они у меня тут растут, тут их несколько. Она таким крупным как-то деревом вырастает, и крупный лист у нее круглый получается. Дальше, вот это вот одоробла. Ой, я так и не покажу ее. Вот она, эта традисканция. Она такая тут ужасная. В общем, ее надо будет обрезать. Она у меня цвела. Вот, сейчас покажу. Вот видите, какие листики красивые пошли. А здесь у меня листы все сухие, вот как обожженные. О, это я когда еще обрабатывала от клеща, вот так оно пожгло, потому что на всех старых листах, абсолютно на всех он есть, а новенькие, которые вот растут, она тут цветет и растут вот красивенькие, вот, идут уже новые. Надо будет ее как-то пообрезать, привести в порядок. Дальше, вот у меня еще традисканция. Сначала как-то она у меня вверх шла, прям так некрасиво, а сейчас вот густенько начала идти. Ее тут, кстати, можно будет вот эти вот обрезать, как-то так облагородить ее. Дальше. Тут у меня драгоценная орхидея умирает. Непонятно, растет, не растет, гниет. Короче, это людизия. В общем, там все плохо. Не получается мне ее вырастить. Ну, нет, значит, нет. Это пеперомия. Мне давала свекровь. Два маленьких отросточка ее. Ну, это из каких-то простых таких. Ну, растет и растет. Он хорошо пошла. Она мне в полюдариум давала. Но в полюдариуме тоже ей плохо было. Она как-то желтела. Там такие листы некрасивые. А здесь прям вот хорошо ей. Вот еще традисканция. Тоже случайно в магазин зашла, увидела ее. Очень мне понравился этот лист такой с золотом. Ну, как это такой желтоватый, золотистый. Тоже он хорошо растет. Так, это филодендрон. Купила недорого, детка его. Растет. Красивый. Красивый растет он тут. Большой будет. Хотела его в фитофильтр посадить, но теперь жалко. Оставлю так его, наверное, себе. Дальше. Это вот мой многострадальный этот крестовик, который мне продали там без корней, какой-то такой корявый. Ну, начал потихоньку вот отросточки пускать с этой стороны. То есть, ну, вот растет.
Долго, конечно, будет у меня наращивать это все, но потихоньку растет. Так, вот. Это у меня филодендрон Orange Prince, вот этот. В общем, покупала деточку совсем крошечку, но уже все равно хорошо вырос, адаптировался. Это Голландия. Хорошо растет. И очень красивый, прям такой тут. И зеленый, и какой-то такой салатово-желтый цвет, и с розовинкой. Красивые листы выходят. Ну, это такое недоразумение непонятное. Зачем я их купила, не знаю. Сидят, что там растет, не растет, не, ну, не мои цветы. Дальше. Вот там калатея. Сейчас я уберу пеперушку. Аккуратно поставлю. Детка калатея. У меня надо уже полить будет. Тоже новый листик выпускает. Это старый. Потихоньку растет, в общем, она. Это я тут пересадила некоторые цветы из своей теплички. Ее теперь нету. Вот, отходят. Ну, это обычная вот эта самая бегония у меня здесь. Так, это у меня летучая мышка, которая вот она плетется. И вот так вот вверх-вверх у меня тут он будет плестись поверху. В общем, вот она, такие листики у нее красивые. Так, сейчас поставлю пирожку. Дальше. Наверх сюда я определила деток алоказий после теплички. Вот они сейчас тут сидят, адаптируются. Разных много здесь всяких. Вот. Адаптируются. Ну, посмотрим, посмотрим. Это вот, кстати, Якутские принцессы все. Вот этот лист. Да, Юкатанская, это Юкатанская. Дальше. Тоже у меня нормально сейчас. Ой. Отходит уже к чешуя дракона алоказия. Вот один листик. Второй. Это тоже новая была Голландия. Адаптировалась, стояла. Все, идет нормально все. В общем. Так, дальше. Здесь калатеи, которые тоже мне адаптировались. Вот новый листик вышел медальона. Потом вот это вот калатея, вот он страшный лист такой, это старый. В общем, это калатея, которая у меня сгнила. Она гнилая вся была. И тут у меня как раз идут вот они отросточки. Один, два. И третий идет прямо из этого гнилого листа. Я тут гнили то обрезала черную. И лист решила не срезать. И тут прям в листе, не знаю, видно, вот он. Вот. Будет новый лист. В общем, три трубочки будут. Это же калатея, которая гнилая, вторая. Росла, росла, зеленая такая почечка была и засохла. Но я ее оставила, потому что корни там есть. В общем, жду, может, что-то все-таки с другой стороны пойдет. Я ее не разбирала, не смотрела. Здесь у меня жирянка хищная стоит. Вот вторая тоже жирянка мелкая. Это тоже калатея голландская, но она, конечно, адаптировалась очень плохо, но уже начала пускать тоже там отросточки маленькие. Вот она, конечно, в таком печальном виде, но уже нормально, уже адаптируется. То есть пошло у нее там все. Ну, вот долго. А вот она долго адаптировалась. Ну, может, потому что именно маленькая. Хотя, опять же, я вот сейчас покажу, достану. Вот еще тоже детку купила, в принципе, маленькую. Она нормально. У меня вот трубочка новая, вот он листочек. Сейчас вот он новый листик вышел. Хорошо и быстро. А это что-то как-то долго, в общем, вот это. Здесь у меня не пентесы мои. Вот. Это кровавая Мэри, не пентес. Видите, сколько кувшинчиков весной будет. Прям вот красавчик. Это, ой, на N называется.
точно не помню. Но что-то кувшинчиков нет. Они так вроде в завязочке тут, но маленькие. То есть новых пока нет, но тоже в рост пошла. Хорошо. Так, это Хукириан, не Пентес. Там вот детки с маленькими кувшинчиками. Вот кувшины формируются. Так, где у него? Ну, вот это все кувшинчики. Там вот с той стороны, далеко сейчас этот Непентес уберу. Так вот, видите, это Непентес Алат. Вот такой кувшинчик, два новых, там вот по бокам они получаются. И вот формируется, сейчас поставлю Непентес. Вот он еще один, третий уже. То есть этот вообще хорошо идет, там тоже формируются кувшинчики идут, то есть нормально. Дальше. Здесь сарацения попугай, но она себя плохо чувствует. Скорее всего, я ее пересушила. Поэтому я как-то так пропустила. Сейчас заливаю водой, посмотрим, отойдет или нет. Но она вообще какая-то слабая. Все время слабая была. Непонятно, и в грунт новый пересаживала. То есть, не знаю, само по себе какое-то растение у меня такое печальное. Дальше. Вот этот вот мой многострадальный антуриум, который летом поел сильно клещ, и он там, ну, в таком полуобморочном состоянии был, листы не выпускал, вот выпустил после протравки. Один лист вырос, вот он второй идет, новый лист, зацвел, правда, какие-то кувшины корявые у него. Ну, или цветы, как они правильно. Вот он. Видите, он же не такой должен быть корявый. Но это после протравки, и слава богу, что он ожил. Вот их два. Вон. Буквально сразу протравила, и через 2 недели он пошел в рост. То есть дал листы, дал вот эти вот цветы. Там со всех сторон он тут попускал эти стрелки. Ой, ну, посмотрим. Вроде пока, вроде нормально идет он. Как бы вот, да, ой, а наверх я и не достану. Здесь у меня орхидеи, в общем. Вот здесь у меня сумасшедшая просто. Вот она. Это, ой, как она называется? Алаказия медная. Вот они, листы ее. Она сошла с ума. 2 цветоноса пустила. Ну все, ну куда их срезать? Это плохо, конечно, что пустила, потому что 3 месяца она не будет выпускать новых листов после такого цветения. Но уже есть. Что есть, то есть. Я ее не трогаю. Как бы, ну, захотела зимой цвести. Вот они, листы. Ее. Ну, будет скоро голая стоять долгое время. Так, здесь. Ой, это Алаказия поле. Большая моя, видите? Ну, прям такие толстые. Стебли большая. Там Алаказия бомбини. Вот тут, тут не достану я. Вот она. Тут, видите, поменьше у нее листики. Их 4 или 5 у меня. 5. И новый вот идет. Вот новый листик идет. У Поли не вижу. А, и у Поли идет. Вот он, вот он, вот он. Новый листик идет. В общем, вот так. Тут Алаказийки сверху сейчас вот так вот сдалека поселились у меня. Ну и эти висюльки. Сюда их пока повесила. Поставила, потому что ну, они, ну, длинные. Повыпускали. Надо будет как-то погуще сделать их, просто посадить. Ой, уже суховатые. Сейчас буду поливать. Обычная и это варигатная. Причем тут один стебель у меня с розовым, таким с розовинкой, а 2 белых. Ну, в общем, пока растет. Так, вот, в общем, такой стеллаж у меня получился большой. Будем наводить к весне порядок. Пересаживать буду непентесы в свежий грунт. Там горшки, может, побольше. Буду смотреть, как у них там с корневой. В общем, буду весной, наверное, и страдисканцией решать вопрос, как-то красивенько делать их, обрезать, чтобы они красиво росли. Ну,
Вот такой вот стеллаж. А здесь вот сбоку у меня стоял мой аквариум старый, где тепличка была. Сейчас вот Калатея стоит и Ховичка. Уже покажу, раз они здесь. Вот они. Вот такая Ховичка. Обычная самая. И Калатейка. Вот. Ну и мой полюдариум сбоку. Все. Всем спасибо. Всем пока.